Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 17 апреля. Житие преподобного отца нашего Зосимы, игумена Соловецкого. Спустя один год по представлении преподобного Савватия благоугодно было Господу прославить то место на Соловецком острове, где подвязался сей святой муж, устроением здесь святой славной великой обители. На это дело был избран Господом муж, подобный в подвигах преподобному Савватию, преподобный Зосима, о котором и будет наше слово. Преподобный Зосима происходил из области Новгородской. Его родиной было село Толвуя, находившееся на берегу Онежского озера. Родители его, Гавриил и Варвара, проводившие жизнь строго благочестивую, с юных лет воспитали отрока в добродетелях христианских, а также выучили его грамоте. Отрок Зосима был тих нравом, кроток и смирен сердцем, и чуждался всех дурных юношеских обычаев. Возрастая телом и духом, Зосима тщательно изучал священные книги, познавая из них богатство благости Божией. Желая сохранить чистоту душевную и телесную, целомудренный отрок решил не вступать в брак, хотя он не гнушался его, как чего-либо скверного самого по себе, но решил избежать его, как препятствие к богоугождению, согласно словам апостола говорящего: «Не женившийся заботится о Господнем, как угодить Господу, а женившийся заботится о мирском, как угодить жене». Итак, для того, чтобы единому Богу угождать, он решил отречься от угождения своей плоти. И когда же родители его начали убеждать вступить в брак, преподобный, глубоко воскорбев о сем, оставил дом отеческий, отрекся от мира и, приняв на себя образ иноческий, поселился в одном уединенном месте неподалеку от дома отеческого, как отшельник, где и начал подвязаться в молитве и посте. Преподобный восхотел иметь и наставника себе, так как он сам еще не в достаточной мере изучил священное писание и не был научен еще житию строго подвижническому, и потому нуждался в таком искусном наставнике, который бы показал ему самым делом то, что следует изучить юноше, ревностно стремящемуся к добродетели. Кроме того, преподобный опасался какого-либо препятствия своим подвигам от своих родных, близ которых он находился. Поэтому он решил уйти отсюда в какое-либо более уединенное место, где бы он мог всецело посвятить себя жизни строго подвижнической, тем более, что в его сердце все более и более разгорался огонь любви божественной и побуждал его еще более совершенствоваться в добродетелях. Но первоначально преподобный не знал, где и как ему основать монастырь, и усердно молил Бога указать ему место для монастыря, а также ниспослать ему все средства для осуществления его намерения. По устроению Божию преподобный Зосима встретил одного добродетельного инока по имени Германа, жившего ранее с преподобным Савватием на острове Соловецком. Этот инок передал преподобному Зосиме историю жизни и подвигов преподобного Савватия, а также сообщил ему, что остров Соловецкий удален от селений мирских и удобен для поселения иноков, так как изобилует лесами и озерами, наполненными рыбами. Услышавший об этом преподобный Зосима весьма возрадовался духом и пожелал быть жителем того острова и преемником преподобного Савватия, почему и стал усердно просить Германа довести его до того пустынного острова и научить его там житию иноческому. Около этого времени родители преподобного Зосимы окончили жизнь свою. Предав погребению тело их и раздав нищим имение их, блаженный Зосима вместе с Германом отправились на остров Соловецкий.
При помощи Божией они благополучно достигли острова и высадились на том месте, где обычно останавливались мореплаватели. Волнения здесь не было, и вода была пресною. Неподалеку от берега святые поставили себе палатку, и в ней совершили всеночное бдение, воспевая псалмы Давидовы и молясь Христу Богу и Пресвятой Богородице о ниспосланием свыше помощи и благословения населения их на том пустынном острове. На следующее утро преподобный Зосима, выйдя из палатки, увидел ярко сияющий луч света, осветивший его и все то место. Подняв же глаза на восток, он увидел на облаках церковь, великую и красивую. Так как преподобный не навык еще к таким откровениям Божиим, то не мог долго смотреть на эту церковь и вскоре же устремился в палатку. Герман, увидя его смущенным в лице, подумал, что он узрел что-либо особенное, и спросил его: «Почему ты, любезнейший, изменился в лице? Чего ты устрашился? Разве ты увидел что-либо новое и необычное?» В ответ на эти слова Германа Зосима рассказал ему, как он видел луч света, нисходивший свыше и осиявший то место, а также церковь, покоившуюся на облаках. Размышляя об этом видении, Герман вспомнил об удалении мирян с этого острова, что произошло при игумене Савватии, и пророчестве Савватии об основании монашеской обители на острове, и сказал Зосиме: «Не страшись и не бойся, возлюбленный, но внимай себе, так как мне кажется, что благоугодно Господу тобою собрать здесь множество монахов». Затем Герман сказал ему о происшествии, случившемся с женой рыболовой, с мужем с Карельского берега, пришедших на остров этот, чтобы удержать его из зависти за собою. Именно рассказал, как женщину тут били два светлые юноши, сказавшие: «Нет вам места на этом острове, уйдите отсюда, потому что это место уготовано Богом для поселения здесь иноков». Святой же Зосима, услышав эти слова от Германа, исполнился духовной радости и еще более укрепился в намерении своем устроить здесь монастырь. Помолившись усердно Богу, да поспешествует делу их и поможет довести его до конца, подвижники принялись за труд. Прежде всего, они начали рубить деревья, необходимые для постройки келии. Затем построили келии и обнесли оградою двор, подвязаясь одновременно как в телесном, так и в духовном труде. Именно, телом подвязаясь по постройке монастыря, духом же ополчаясь на бесов во всеоружии поста и молитвы. Пищу себе преподобные добывали в поте лица своего, обрабатывая землю и засевая ее семенами. Бог же укреплял рабов своих свыше на них, милостиво презирая и поспешествуя всем делам их. Спустя некоторое время Герман отправился для приобретения жизненных потребностей на другую сторону моря. Пробыв здесь несколько дней, он уже хотел идти обратно, но не мог сделать этого, потому что наступила осень, воздух сделался холодным, пошел снег, началась буря. Море волновалось и было наполнено льдами. На ладье таким образом уже нельзя было приплыть обратно к Соловецкому острову. Поэтому блаженный Герман на всю зиму остался на том берегу. Преподобный же Зосима остался один на острове. Первоначально преподобный, будучи одинок, сильно скорбел о старце Германе, но потом возложил все упование свое на Бога, говоря вместе с Давидом: «К тебе привержен от ложезн, от чрева матери моей, Бог мой ты. Да не отступишь от меня, и еще, в тебе утвердился от утробы, от чрева матери моей, ты есть мой покровитель». Преподобный начал еще усерднее подвязаться, прилагая труды к трудам, предаваясь непрестанно подвигам поста и молитвы. Бесы же, не будучи в состоянии выносить по своей злобе и зависти святую жизнь подвижника, поднимали на него брань, причем иногда наводили на него уныние, иногда пугали его разными привидениями и дикими криками, намереваясь устрашить доблестного воина Христова и поколебать непоколебимого. Иной раз, приняв вид диких зверей и змей, они с яростью устремлялись на него, как бы собираясь его растерзать. Раб же Божий противоборствовал им крестным знамением и молитвою, и, посмеваясь им, говорил: «О, ничтожная сила вражия! Если вы имеете от Бога власть, то делайте со мной, что хотите. Если же не имеете, то напрасно трудитесь.
и воспевал из псалмов Давидовых стих: «Обышедше обыдошамя и именем Господним противлягся им, еще да воскреснет Бог и расточатся врази его». Затем святой восставал к Богу усердную молитву во умилении сердца своего, взывая: «Боже вечный, царь безначальный, творец и владыка всякого создания, ты царь царствующих и Господь господствующих, ты спаситель души и избавитель верующих в тебя, ты надежда труждающихся и упование плавающих по морю, ты наставник рабов твоих, ты покровитель всякого добра, утешитель плачущих, радость святых, ты жизнь вечная и свет незаходимый, ты источник святыни, ты слава Бога Отца, полнота Святого Духа. Ты сидишь с Отцом и владычествуешь вечно. Тебя я молю, раб твой, смиренно к тебе припадая. Услышь мольбу мою, Пресвятый Царь, преблагий Господь, и не отврати лица твоего от молитвы моей, но избавь меня от уст пагубного змея, готовящегося меня поглотить. Сохрани меня невредимым от наветов дьявола, чтобы я, ограждаемый и охраняемый святыми твоими ангелами, спасся от ярости его и получил спасение у тебя, моего владыки и Господа, в которого я верую, на которого я уповаю и которого прославляю с Отцом и Святым Духом вечно». Так, молясь, преподобно дерзновенно отгонял от себя все вражьи нападения. От его молитвы и крестного знамения демоны бегали, как пыль от ветра. Он же пребывал без вреда от них, хваля и славословя Бога. Случилось еще следующее искушение преподобному. Во время продолжавшейся тогда суровой зимы запас пищи, собранный летом, оканчивался. И преподобный начал смущаться в мыслях, не зная, чем он будет питаться до лета. Это враги его невидимые вселяли в душу его скорбь, смущая его страхом, имеющего наступить голода, и призраком преждевременной смерти. Преподобный же, размышляя сам в себе, приводил себе на память слова, сказанные самим Господом в его Евангелии святом: «Не заботьтесь, — говорил он, — что есть или что пить. Завтра ищите прежде Царствие Божие и правды его, и все сие приложится вам. Знает Отец ваш Небесный, что вы имеете во всем том нужду». Все упование свое возложив на Бога, промыслителя, преподобный утешал себя словами псалмопевца: «Возверзи на Господа печаль твою, и Он пропитает тебя». Так, утешая себя, преподобный отгонял от себя всякое уныние, влагаемое в сердце его врагом нашего спасения. И действительно, Бог не оставил угодника своего, уповающего на него. Он послал к нему двух мужей, имевших с собой корзину с хлебом, мукой и маслом. Люди, жившие на берегу моря, имели обычай брать с собой в зимнее время запас пищи, если уходили куда-либо вглубь страны. Предложив корзину с пищей преподобному, эти два неизвестных мужа сказали ему: «Бери и ешь из этой корзины, честный отец, сколько хочешь. Мы же придем к тебе, когда повелит нам Бог». Сказав это, неизвестные мужи тотчас же исчезли. Так что преподобный не успел спросить их, кто они такие, откуда пришли. Прошло много времени, но неизвестные мужи не приходили к преподобному. Тогда преподобный Зосима понял, что это было Божие посещение его, и от всего сердца возблагодарил Господа за его промышление о нем и неожиданный дар свыше. Когда окончилась зима, пришел старец Герман и привел с собой некоего мирского человека именем Марка, по роду занятия рыболова. Вместе с тем Герман привез достаточное количество пищи, а также и сети, необходимые для ловли рыбы. Спустя некоторое время Марк принял на себя чин иноческий. Вслед за тем многие мирские люди начали приходить к подвижникам и созидали себе здесь келии, питаясь трудами рук своих. Вскоре после этого преподобный Зосима построил небольшую церковь во имя Господа нашего Иисуса Христа в воспоминании его славного преображения. Храм этот был построен на том самом месте, где преподобный видел в воздухе церковь и осиявший ее луч света. Затем преподобный пристроил к церкви небольшую трапезу и таким образом основал на острове общее иноческое житие. После этого преподобный послал одного из братьев в Новгород к архиепископу Ионе. Он архиепископом был с 1459 по 1470 год. Просить у него благословения на освящение храма,
а также и игумена новоустрояемой обители. Архиепископ вскоре же послал к преподобному благословение и игумена, и иеромонаха Павла. Получив благословение архипастырское и игумена, преподобный Зосима, блаженный Герман и все братья возрадовались радостью великою. Вскоре же после этого была освящена церковь во славу Божию. И таким образом начала свое существование честная и славная обитель Соловецкая. Однако спустя некоторое время игумен Павел, не будучи в состоянии выносить трудов пустынических, оставил обитель и возвратился в Новгород. После него игуменом был Феодосий, но и он спустя некоторое время также оставил пустыню. Тогда братья условились с преподобным не брать себе игумена из других монастырей, но избрать игумена из своей среды. При этом братья решили избрать игуменом преподобного Зосиму. Между тем некоторые из братьев отправились в Новгород и просили архиепископа новгородского призвать к себе избранного ими игумена и рукоположить его с возведением всей священный сан, если бы он даже и не хотел принять на себя эту почетную обязанность. Архипастырь, исполняя желание братьев, отправил послание к преподобному, которым призывал его к себе. Затем, когда Зосима прибыл к нему, убедил его принять на себя сан игумена, после чего сказал напутственное слово, отпустил его с честью. Когда преподобный уходил из Новгорода в свою обитель, многие из граждан новгородских снабдили преподобного всем потребным для общежительного жития монастырского – сосудами, одеждами, деньгами и пищей. Придя в свою обитель, в сане игумена, преподобный был встречен братьями с великой радостью. Во время совершения преподобным первой литургии в обители случилось чудо, видимое всеми. Лицо преподобного просветилось благодатью Святого Духа и стало светлым, как лицо ангела. Вместе с тем и храм наполнился благоуханием. Это было как бы свидетельством того, что преподобный по достоинству восприял сам священство и игуменство. И вся братья возрадовалась о таком пастыре своем, исполненном благодати Божией. Случилось в то время быть в церкви той некоторым купцам. Преподобный дал им просфору от священнодействия своего, они же по небрежности уронили ее на землю. Брат Макарий, проходя дорогой, заметил просфору, лежавшую на земле, и увидел пса, стоявшего около просфоры и намерявшегося пожрать ее, но опаляемого огнем. Взяв просфору, брат принес ее к преподобному и рассказал обо всем виденном братии, которая удивилась происшедшему и прославила Бога. Видя, что число братьев все более и более увеличивается, так что и церковь не могла уже вмещать всех, собирающихся на молитву, преподобный создал большую церковь, которая вмещала уже всех, а также поставил много новых келий. Спустя несколько лет преподобный вспомнил о блаженном Саватии, много подвязавшемся на том же острове, и сожалел, что честные мощи его почивают в другом месте при реке Выге, где он приставился, а не там, где преподобный Зосима уже многие лета провел с братьями в пустынных подвигах, и потому стал советоваться с братьями о том, как бы перенести сюда мощи преподобного Саватия. Когда еще преподобный советовался об этом с братьями, к нему пришло послание из обители Пресвятой Богородицы из Белого озера, принесенное одним из иноков монастыря преподобного Кирилла, написанное от игумена, от имени игумена Кирилла и братьев. Послание это гласило следующее: «Благодать и милость от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, возлюбленному во Христе пастырю духовному, боголюбимому игумену Зосиме с братьями всегда радоваться. Мы слышали от людей, приходивших от нас, от вас к нам, что остров Соловецкий никогда ранее с тех пор, как воссияло солнце на небе, не заселенный людьми по причине трудности морского плавания к нему, теперь заселен иноками по Божьей промышлению и ходатайству Пресвятой Богородицы. Мы слышали, что вашим трудолюбием устроен на острове монастырь в честь преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в котором подвязается уже много братьев. Мы слышали, что у вас все по молитвам Пресвятой Богородицы устроено. Не достает вам только одного. Около вас нет мощей преподобного Савватия, который еще ранее вас подвязался во многих трудах иноческих на острове том,
и проводил жизнь высоко добродетельную, подобно древним отцам, подвижникам. Возлюбив Христа всею душою, он удалился от мира и получил блаженную кончину о Господе. Некоторые из братьев нашего монастыря, бывшие в Новгороде, слышали от одного благочестивого мужа по имени Иоанна, что когда он плыл по морю для торговли и был на реке Выги, то удостоился видеть живым преподобного Саватия и слышать от него поучения духовные. Иоанн сказал, что когда преподобный Саватий отошел душою к Богу, то честное тело его было погребено игуменом Нафанаилом с приличными почестями. Иоанн сообщил также братья о чуде, бывшем на море, когда Бог по молитвам преподобного Саватия спас от потопления его и его брата Феодора, передав также Иоанн и о многом другом, а также и о том, что у гроба преподобного совершаются многоразличные исцеления и чудеса, ибо преподобный Саватий угодил Богу, и мы сами свидетели его добродетельной жизни, так как сей блаженный отец прожил вместе с нами достаточное число лет в обители Пречистой Богородицы в Кирилловом монастыре. Посему мы ныне пишем к вашей святости и даем вам совет не лишать себя такого дара, но перенести к себе с благоговением честные мощи преподобного Саватия, дабы они были положены там, где он сам потрудился много лет. Радуйтесь о Господе Иисусе Христе и о нас молитесь. Да избавит нас Бог по ходатайству преподобного от всех бед, обстоящих нас. Когда блаженный Зосима, игумен Соловецкий, прочитал это послание вслух всей братии, то он и вся братия возвеселились духом, и все вместе, как бы едиными устами, сказали: «Это не от людей, а от самого Бога». И тотчас же, приготовив для плавания корабль, отправились на нем на другой берег, которого и достигли скоро при попутном ветре. Прибыв к храму, построенному на берегу реки Выги, братья раскопали могилу преподобного Саватия, и тотчас воздух наполнился благоуханием. Когда же открыли гроб, то увидели, что тление не коснулось ни тела, ни одежды святого. Удивившись, братья прославили Бога и понесли честные мощи на корабль с пением священных песней. Затем, при попутно возвеявшем ветре, братья отправились в плавание и вскоре достигли своей обители, радуясь и благодаря Бога, даровавшего им такое сокровище духовное – мощи преподобного Саватия. Они были положены за алтарем церкви у спения Пресвятой Богородицы в особо устроенной часовне. И все болящие, с верой приходящие ко гробу преподобного, получали исцеление от недугов своих. Блаженный Зосима каждую ночь приходил на гробницу преподобного Саватия и молился здесь усердно, полагая многочисленные поклоны до самого утра. Упомянутый же выше купец Иоанн, послуживший некогда погребению святого Саватия, имея великую любовь к нему за спасение его и его брата Феодора от погибели на море, написал икону преподобного и принес ее игумену Зосиме, пожертвовав вместе с тем в обитель и много потребных для братьев предметов. Игумен же Зосима, приняв честный образ преподобного Саватия, облобызал его и поставил его над мощами преподобного. Затем, обратившись к образу, как к самому преподобному, сказал: «Раб Божий, хотя ты и окончил временную жизнь эту, скончавшись телом, но духом твоим не отступай от нас. Руководи нас ко Христу Богу, научай нас идти по пути заповедей Господних и терпеливо нести крест свой по следам нашего Владыки и Господа. Ты, преподобный, имея дерзновение ко Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери, будь молитвенником и ходатаем о нас недостойных, обитающих во святом монастыре сем, основателем которого был ты. Будь помощником и заступником нашим перед Богом, чтобы мы, проживая на месте сем, пребывали бы невредимыми от бесов и злых людей по твоим молитвам, прославляя Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа». Видя процветание обители Соловецкой, умножавшееся день ото дня новыми пришельцами и украшавшийся новыми добродетельными иноками, а также и подвигами преподобного Зосимы,
Дьявол, враг всякого добра, распалялся завистью к инокам. Но так как ничего не мог сделать обители сам, ибо всегда был прогоняем и посрамляем блаженным Зосимою и прочими доблестными подвижниками, то прибег к помощи злых людей, возбудив в них желание сделать зло и обиду святой обители. По наущению дьявола на Соловецкий остров начали приходить многие из боярских слуг вельможеских и насельников земли Карельской, которые ловили рыбу на озерах, запрещая в то же время инокам ловить рыбу на потребу монастырскую. Эти люди называли себя господами острова того, преподобного же Зосиму и прочих иноков. Поносили укорительными словами и доставляли им много неприятностей, обещая разорить монастырь и совершенно изгнать отсюда иноков. Поэтому преподобному Зосиме необходимо было идти в Новгород к архиепископу Феофилу, для того, чтобы просить у него помощи и заступления от обидчиков. Взяв некоторых из учеников своих, он отправился с ними в Новгород и, придя к архиерею, поклонился ему и передал ему просьбу свою от обители, терпящей беды от злых людей. Архиерей сказал ему: «Я при помощи Божией, честный отец, всегда готов всячески помогать обители твоей. Но прежде всего тебе необходимо попросить помощи у бояр и вельмож, управляющих городом нашим». Преподобный Зосим отправился к боярам и, обходя дома их, усердно просил их защитить монастырь и не попустить злым людям разорить его. Все бояре, управляющие городом, обещали свою помощь преподобному. Пришлось преподобному Зосиме быть и у одной боярыни, вдовы по имени Марфы, так как ее слуги, а также поселяне, жившие на ее землях, сильно притесняли иноков. Когда слуги ее сказали ей о том, что к ней пришел преподобный, она велела прогнать его от дома с бесчестием. Смиренный раб Божий терпеливо перенес эту обиду и сказал своим ученикам: «Настанут дни, когда обитатели дома этого не будут более ходить по двору своему. Затворятся двери дома сего, и более не отворятся, и дом сей опустеет». В свое время сбылось то, что предрек преподобный. Между тем архиепископ созвал к себе бояр и передал им обо всех обидах и неприятностях, которые делались обители преподобного Зосимы слугами и насельниками боярскими. Бояре, единогласно решив оказать свою помощь и содействие преподобному, передали во владение его весь остров тот. Право на владение островом бояре закрепили грамотою, в которой приложили 8 печатей, первую от архиепископа, вторую от посадника, третью от тысяченачальника и еще 5 печатей от 5 концов города. Кроме того, бояре одарили преподобного всем необходимым для обители: сосудами для богослужения, священными одеждами, золотом и серебром, а также большим запасом пищи, и впредь всячески обещались помогать монастырю. Услышав обо всем этом, а также узнав о добродетельной жизни преподобного Зосимы, упомянутая боярыня Марфа поняла, что у нее был истинный раб Божий, и, раскаявшись, послала своего человека к преподобному, призывая его на пир к себе. Как только преподобный вошел в дом ее, она вместе с почетным, с детьми своими приняла от него благословение и посадила его на почетном месте. В то время, как все приглашенные на пир пили и ели много, увеселяя себя, преподобный по обычаю своему вкушал очень немного пищи и все время сидел тихо и кротко. Взглянув же на бояр, сидевших за столом, он весьма удивился, что он увидел страшное зрелище, затем опустил лицо свое и никому ничего не сказал. Посмотрев другой раз, преподобный увидел то же и опять опустил лицо свое, и, наконец, в третий раз он увидел тоже страшное зрелище. Именно, видел без голов шестерых наиболее важных бояр, сидевших вместе с ним за столом. Преподобный удивился виденному, недоумевая, каким образом могли те люди пировать без голов. Но тотчас же понял, что означало это видение, и, опустив голову, вздохнул, прослезился, и с этого времени уже ничего более не вкушал из того, что предлагали ему, несмотря на настойчивые просьбы угощавших. После пира Марфа попросила прощения у преподобного за оскорбление, нанесенное ей ему, и подарила обители его участок земли при реке Суми, и затем отпустила его с миром.
Когда преподобный вышел из дома ее, один из учеников ее по имени Даниил, особенно любимый преподобным, спросил его с настойчивостью: «Почему ты во время пира, три раза взглянув на сидевших за столом бояр, опустил лицо свое, вздохнув, прослезился и потом уже не вкусил ничего из предложенного тебе?» Преподобный ответил ему: «Чадо, ты слишком настойчиво просишь, подобно как и пророк Елисей просил пророка Илию. Поэтому я не скрою от тебя неизреченных судеб Божьих, имеющих совершиться в будущем. Однако то, что я скажу тебе, ты должен будешь сохранить в тайне до тех пор, пока судьбы Божьи не исполнятся. Я видел шестерых самых важных бояр, сидящими на перу без голов. И увидев это, я ужаснулся, и потому не мог ни есть, ни пить. Я думаю, что эти мужи будут обезглавлены вскоре. Но смотри, чадо, никому не рассказывай то, что ты слышал от меня». Затем преподобный прибыл в свою обитель с крепостной грамотой и со многими дарами, пожертвованными ему в Новгороде. Спустя некоторое время преподобный услышал, что великий князь московский Иоанн Васильевич, Иван Грозный, княжа с 1533 по 84 год, придя в Новгород с большим войском, подверг смертной казни некоторых из числа бояр, чтобы устрашить прочих. Именно были усечены мечом те шесть бояр, которых преподобный на перу у боярыни Марфы видел сидящими без голов. Сама же боярыня Марфа по приказанию великого князя вместе с детьми своими была сослана на заточение в Нижний Новгород, и имение ее было разграблено. Таким образом запустел дом ее по предсказанию преподобного Зосимы, как о том предрек преподобный в тот час, когда был изгнан с бесчестием из дома ее. Когда уже преподобный достаточно пожил на земле, много потрудился и навык ко всякой добродетели, приблизилось время блаженной кончины его. Преподобный заблаговременно уготовал себе гроб и, часто взирая на него, плакал, всегда помышляя о смерти и постоянно приготовляясь к ней. Причувствуя свою близкую кончину, изнемогши от трудов и старости, преподобный созвал к себе братью и сказал им: «Вот я, чадо и братья, отхожу из всей временной жизни, поручая вас всемилостивому Богу и Пречистой Богородице. Скажите мне, кого вы хотите иметь игуменом после меня?» Все же братья, громко возрыдав, в один голос сказали: «Мы хотели бы, отец и пастырь наш, умереть вместе с тобою, но это не в нашей власти, потому что суд Божий не одинаков с судом человеческим. Тот же, кто возвестил тебе о твоем отшествии к обителям небесным, Владыка Христос Бог наш, тот может дать нам и наставника, который будет руководить нами ко спасению. Но пусть твои молитвы охраняют нас, и твое благословение да почиет над нами, ибо ты наш Отец в Господе. И как в этой жизни ты заботился о нас, так молим тебя, ходатайствуй за нас и по твоем к Богу отшествии, не оставь нас сиротами». Сказав это, братья умолкли, но не переставали плакать и рыдать. Преподобный же снова сказал им: «Чадо, опять повторяю, что поручаю вас Господу и Его Пречистой Матери, игуменом же будет вам Арсений, так как это достойнейший муж и наиспособнейший для управления монастырем и братьею». Сказав это, преподобный вручил игуменство Арсению и сказал ему: «Вот, брат, я избираю тебя строителем и руководителем святой обители сей и всей братьей, собравшейся здесь. Наблюдай внимательно, чтобы не было забыто ни одно из монастырских законоположений, содержимых по учению апостольскому и преданию от отцов, как, например, о соборном пении церковном, о едении питьи в трапезе и о всем вообще уставе монастырском мною преподанном. Наблюдай, чтобы в обители все было неповрежденным. Господь же пусть направит всех вас к деланию заповедей Его по молитвам Пресвятой Госпожи и Владычицы нашей Богородицы и всех святых, а также по молитвам угодника своего, преподобного Савватия. Господь наш Иисус Христос да сохранит вас от всех наветов вражиих
и да укрепит вас в божественной любви своей. Я же сам, хотя отхожу от вас телом, отдавая естественный долг смерти, но духом пребуду с вами неотступно. И я очень бы хотел, если я обрел благодать перед Богом, чтобы по моем отшествии от вас обитель эта увеличилась еще более, чтобы здесь собралось множество братьев, соединенных любовью ко Христу, чтобы здесь преизобиловали как духовные дары, так был бы достаток и в предметах, необходимых для существования тела. Сказав так, преподобный еще достаточное время поучал братьев жизни добродетельной. Затем, облобызав и благословив каждого из братьев, блаженный поднял руки свои к небу и начал молиться об обители и о всей пасти своей, а также и о себе. Потом, осенив себя крестным знаменем, преподобный, обращаясь к братьям, сказал: «Мир вам!» Затем, подняв очи свои к небу, святой сказал: «Владыка человека любит, подоби меня стать по правую сторону тебя, когда ты придешь во славе своей судить и живых, и мертвых, и воздать каждому по делам его». Сказав эти слова, святой лег на одре и предал святую душу свою в руки Господа своего, которого возлюбил всей душою и всем сердцем своим, и которому с самых юных лет своих работал, трудясь в подвигах доброделания. Кончина преподобного Зосимы последовала в 1478 году. Кончина преподобного была горько оплакана братьями обители его. Наконец, воспев песнопение, приличное погребение, братья положили честное тело преподобного в могиле, который он, еще будучи живым, выкопал своими руками за алтарем церкви Преображения Господня. Здесь же потом братья построили часовню над мощами преподобного, поставили здесь иконы и светильники, и, приходя сюда, творили молитву к преподобному. При гробе преподобного неоднократно совершали знамения и чудеса, так как сам преподобный, отходя душою ко Господу, сказал братьям, что он не оставит того места, на котором он подвязался, но обещал духом пребывать с учениками своими. И действительно, преподобный исполнил обещание свое, посещая с горних обителей свою земную обитель и присутствуя около нее невидимо. Иногда же святой являлся в видимом образе и на земле, и на море, помогая всем нуждающимся. Много раз преподобный являлся плавающим по морю, когда они находились в опасности. Останавливал бурю и спасал корабли от потопления. Иногда преподобный являлся в храме, молящимся в рядах прочих братьев. Вскоре после представления своего преподобный явился на девятый день по своей кончине иноку Даниилу и рассказал ему, как он, по милости Божией, небоязненно прошел мимо воздушных духов, избег их козней и был причтен к лику святых. Затем преподобный явился, видимо, старцу Тарасию на своем гробе, также и Герасиму, своему ученику. Последнему преподобный явился в день воскресения после утренни и представился как бы шедшим от гробницы преподобного Саватия к своей гробнице. Причем святой взглянул на Герасима, сказал ему: «Подвязайся, чадо, и ты восприимешь награду за труды твои». Тому же самому Герасиму преподобный явился второй раз во время божественной литургии в Великий Четверг. При этом преподобный был в числе молящихся в храме. Когда же братья начали причащаться, преподобный Зосима сказал Герасиму: «Иди и ты, и причастись». Затем преподобный стоял все время около чаши, из которой причащались братья. Когда же все причастились, внезапно стал невидим. Однажды, когда священноинок Досифей, стоя на вечерней молитве в притворе церковном, молился за одного брата бесноватого, ему явился преподобный и сказал: «Исцеление брата, о котором ты молишься, не послужит к духовной пользе его. Необходимо тому брату пробыть еще некоторое время в том же страдании». Некий старец Феодул, случайно поскользнувшись, упал на землю и сильно ушибся, так что не мог уже ходить на обычные молитвенные правила, но принужден был все время оставаться в постели. Преподобный Зосима однажды поздно вечером пришел в келью его и, войдя в нее после молитвы, исцелил его. Из этих и многих подобных им случаев
Братья убедились воочию, что преподобный не забывал того места, на котором он подвязался во время земной жизни своей, так как не оставлял без помощи всех бедствующих братьев, но всякому призывавшему его с верою подавал скорую помощь. Один из монахов обители по имени Митрофан рассказал о себе братии, что когда он был еще в мире и, будучи купцом, плавал по морю, поднялась один раз такая сильная буря, что корабль его почти совсем покрывала волнами, и все, находившиеся на нем, уже отчаявшись жизни своей, начали слезно молиться Господу его Пречистой Матери о помощи. Корабль носила по волнам 30 дней. Путешествующие вспомнили о преподобном Зосиме, Соловецком чудотворце, и призвали его к себе на помощь. Вскоре же они увидели преподобного сидящим на корме корабля и ударяющим по волнам своею мантией. Вследствие этого волнение остановилось. И до тех пор преподобный управлял кораблем, пока он не пристал к берегу. После этого дивный кормчий исчез с корабля. Случилось, что инок Елисей во время плавания по морю сильно заболел и хотел принять пхиму, но не успев доехать до берега, скончался. Преподобный Зосима воскресил его из мертвых, и тот инок был жив до тех пор, пока не принял на себя пхиму и не причастился святых тайн. Затем инок опять почил о Господе. Одного мирянина именем Никона сильно мучили бесы. Когда же он был приведен к мощам преподобного, этот последний явился ему и, освободив его от болезни, отослал домой здоровым. Один землепашец, ослепший, пришедший на гроб преподобного, получил исцеление и стал видеть. Однако за маловерие свое земледелец тот ослеп во второй раз. Пришедший снова на гроб преподобного и помолившись с раскаянием, земледелец получил вторичное исцеление. Много и других больных исцелил преподобный, так как никогда не отказывал своей помощи всем, кто с верою прибегал к нему. Преподобный Зосима являлся многим не только один, но и вместе с преподобным Савватием. Так, например, однажды брат Иосиф, находясь на острове Кузы, в 30 верстах от Соловецкого острова, ночью взошел на гору для молитвы. Посмотрев по направлению к монастырю Соловецкому, он увидел посредине монастыря 2 столпа огненных, восходивших от земли и доходивших до неба. Когда брат этот рассказал о виденном другим братьям, то они сказали: «Это основатели и начальники монастыря Соловецкого Зосима и Савватий воссиевают от гробов своих, потому что они духовные столпы, просвещенные зарею благодати Божией». 2 брата Савватий и Ферапон по прошествии Великого Поста были посланы для монастырских потреб на Вирму, потому что здесь был монастырский двор, где хранились различные припасы. Плавая, путешественники приблизились к острову Шужмуй, отстоявшим от Соловецкого острова на 60 верст. В это время один из спутников Савватий увидел на том острове 2 огненных столпа, не особенно великих. Подплывши к острову, путешественники увидели небольшую хижину, и в ней 2 человек, нагих и голодных, сильно болевших ногами, бывших едва живыми. В начале зимы эти 2 человека плыли по морю, но когда поднялась на море буря, их корабль разбило волнами. Пристав к берегу, они высадились на нем и зазимовали, так как не встретили никого, кто бы взял их отсюда. Когда же эти несчастные увидели иноков, то спросили их: «Кто вы такие? Уж не соловецкие ли старцы прислали вас к нам?» Савватий же и Ферапон спросили их: «О каких старцах соловецких вы говорите?» Больные отвечали им: «Нас посещали 2 честных старца, приходившие сюда, одному из них имя Савватий, а другому Зосима. Когда они приходили к нам, то страдания наши облегчались. Мы не чувствовали ни голода, ни холода. Сегодня они были у нас перед вашим приходом и сказали нам: не печальтесь, скоро мы пришлем за вами». Услышав это, иноки те удивились и, подкрепив пищу больных, перенесли их на свой корабль, а потом отвезли их в обитель. Преподобные Зосима и Савватий исцелили 1 женщину, одержимую бесом, по имени Марию, имевшую мужа Анисима. Точно так же преподобные воскресили 2 женщину, дочь Иеремии, бывшего слуги Зосимы, которая по внушению бесов зарезала сама себя. Даже раны ее совершенно исцелились, ибо преподобные явились во сне ей
после того, как воскресили ее, дали ей в руки сосуд с некой мазью и сказали: «Помажь свои раны, ибо ради слез отца и матери твоей мы пришли исцелить тебя». Девица та, исполнив приказание святых, что было во сне, через 3 дня совершенно выздоровела. Некто Василий, бывший ранее разбойником, покаявшись, пришел в Соловецкий монастырь и принял здесь чин иноческий. Но спустя некоторое время, искушаемый дьяволом, он замыслил убежать из монастыря. Приготовив лодку, он тайно положил в нее некоторые из вещей монастырских, книги, одежды и сосуды, и намеревался ночью бежать из монастыря. Затем он пристал к острову Анжерскому, находившемуся в 15 верстах от монастыря. Здесь на него напал непреодолимый сон. Привязав лодку к берегу, инок тот лег на землю и уснул. В сонном видении ему явились оба преподобных. Один из них, Зосима, посмотрел на него с гневом, сказал ему: «Окаянный, ты меня обкрадываешь. Я создаю, а ты разоряешь». Василий же в видении том просил у преподобного прощения, на что преподобный ответил ему: «Прощение получишь, но пребудешь на этом месте 3 дня». Проснувшись, Василий никого не увидел. Не нашел также и лодки, привязанной у берега. Затем, сев на землю, горько заплакал, не намереваясь уходить отсюда до истечения 3 дней. Между тем некоторые купцы, плывшие мимо того острова, взяли инока оттуда и привезли его в монастырь, где сей последний, раскаявшись, оплакивал перед братьями свой грех и рассказал о явлении ему преподобных. Около этого времени монастырские рыболовы ловили рыбу на реке Умбе в расстоянии 500 верст от острова. Начальником их был старец Фотий. Явившись ему во сне, преподобные сказали: «Вот мы привезли к вам лодку для рыбной ловли, потому что нам известно, что вам нужна еще лодка для рыбной ловли. Только смотрите, ничего не потеряйте из того, что в ней находится, но все в целости доставьте в монастырь». Проснувшись, Фотий передал другим рыболовам о своем видении. Отправившись к берегу, рыболовы действительно увидели здесь лодку и в ней много вещей, принадлежащих монастырю. Эти вещи рыболовы впоследствии привезли в монастырь и рассказали здесь о явлении преподобных. Некто по имени Феодор, живший на берегу моря около реки Сумы, передал следующее. «Случилось мне, — сказал он, — плыть по морю с товаром. Внезапно поднялась сильная буря. Опустив якорь и став на месте, сильно смущенные, мы обратились с молитвой к Богу, призывая в то же время на помощь преподобных Зосиму и Саватию. Я же, войдя внутрь корабля, задремал и вдруг увидел 2 старцев, благовидных лицом, стоявших на корабле и говоривших рулевому: «Поверни корабль к ветру носом». Тотчас проснувшись, я подошел к людям, выливавшим воду из корабля. Один из них, сильно уставший, задремал, а проснувшись, сказал мне: «Я видел сейчас 2 старцев в корабле, беседовавших друг с другом, причем один из них сказал другому: „Постереги, брат, корабль этот, а я спешу в Соловки, к обедне“. Мы же, услышав это, удивились и возрадовались весьма, так как теперь начали надеяться на спасение от погибели. И действительно, вскоре буря прекратилась, наступила тишина, и мы отправились в путь, славя и благодаря Бога и Его святых угодников». Старец Филимон передал следующее. «Когда я жил в пустыне, в отшельничестве, на меня иногда нападало, по действию дьявола, сильное уныние. Причина же этого уныния следующая. Один из братьев положил у меня на сохранение свои деньги. 12 монет. Спустя некоторое время деньги те неизвестно как пропали. Брат тот, узнав об этом, весьма опечалился. Опечалился и я, и был скорбен несколько дней. Однажды, после того, как я окончил правило свое и сев задремал немного, в мою келью вошли 2 старца. Я сказал им: „Почему вы вошли сюда без молитвы?“ Они же ответили мне: „Нет, мы совершили молитву, может быть, ты не слыхал ее?“ Тогда я сказал им: „Сядьте, государи мои“. Затем сказал: „Кто вы такие? Не нашего ли монастыря старцы? Я не знаю вас“. Один из них сказал мне: „Я называюсь Зосимою, а вот этот – Саватием“. „Не скорби, брат, о пропавшей у тебя вещи, потому что она найдется“. Эти преподобные говорили мне и многое другое, утешая меня, и потом стали невидимы. Я же, проснувшись, уже никого не увидел. Но скорбь моя прошла, и я ощутил на сердце у себя радость.
Деньги же пропавшие нашлись на том самом месте, где они были положены. Утешился и я, и брат мой, и мы вместе воздали хвалу и благодарение Богу и преподобным отцам за Симий Саватию. Много и других чудес совершено было этими преподобными отцами, начальниками обители Соловецкой. Здесь же упомянутые да послужат к нашей душевной пользе и к прославлению угодников Божиих, а также прославлению Господа нашего Иисуса Христа со Отцом и Святым Духом, прославляемого вечно. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.